Еще раз добрый день, уважаемые друзья. Сегодня 2 мая 2016 года, понедельник, это город Раповник, Чехия. Турнир первой категории ТЕ. Возрастная категория. Турнир называется Богемия Карфекс. Значит, матч первого круга, в котором встречаются российский спортсмен Эрбол ЛДР Улу и его соперник из Польши. Зовут его Николай Лоренц. Не очень звучно. Николай, хочется сказать Николай, но Николай Лоренц. Посеянный на турнире под 10-м номером. Значит, первый сет остался за польским спортсменом. Он взял его со счетом 6-3. А во втором сете польский спортсмен вел со счетом 3-0, но потом был такой спорный момент, когда было ясно, что очко, а с ним и гейм было отдано Эрболу. Вот так решили спортсмены, так было вот решено. Значит, Эрбол зацепился, взял гейм, счет стал 1-3. И со счета 1-3 Эрбол взял сет. Со счета 1-3 Эрбол взял сет со счетом 7-5. Причем хочется отметить, что Эрбол нашел свою игру. Он оказывает мощное давление на Николая. Не очень удобно для русскоговорящего, скажем так, человека. Имя Николай. Ну, в общем, второй сет остался за Эрболом со счетом 7-5. И вот сейчас идет подготовка к началу третьего сета. Рабочие корта размели площадку. Нужно отдать должное, что все-таки площадка не очень ровная, она недостаточно ровная. Вот. Но во всяком случае, смею вас уверить, дорогие друзья, что другие корты, ну, в частности, например, корт номер 9, вообще откровенно безобразного качества. Итак, рабочие заканчивают убираться, полили корт, и начинается решающий третий сет. Николай Лоренц, Польша, подает в сете номер 3. Могу сказать, что шланг не оставили так, как нужно. Ну, 0-0, начало третьего сета.
проводит Миколай. Ну, можно я его буду называть Николаем. Николай проводит две комбинации. Николай проводит две комбинации с использованием укороченного удара 30-0. Эрбол делает свою работу. Косая уходящая. Эрбол. Эрбол подходит, смотрит на метку, но очевидно, что мяч был в площадке. Очередной укороченный. Аут. Да. Гейм берет Николай, выполняя за гейм, сыграв 4 очка, выполнив 3 раза укороченный и тем самым сыграл такую важную игру. 1-0 он повел в решающем сете. Сейчас будет играть эрбол. Это интересно. По моему мнению, он нашел свою игру. Это силовой теннис. Когда у него проходит первая подача, когда у него идут агрессивные удары на задней линии, мне такое ощущение сложилось, что он нашел свою игру. Но, видимо, перерыв пошел ему не совсем на пользу. Он встал, и вот хочется все-таки отметить, что эрболу нужно разыграться, ему нужно побить, подвигаться, чтобы начать снова играть. Вот как сейчас прошла первая, и атаковать, бить, не торопится, бросает горки. Как играет поляк? Какое чувство мяча? От задней линии из-под ног ковырнуть так, чтобы мяч перевалился за на сторону эрбола. Проходит у эрбола первый мяч. Вот это его игра. 30-15. Сетка при выполнении первой подачи. Проходит первый мяч, 40-15. Вот это игра эрбола. То, что он должен делать. Бить, атаковать. Ну, то, что он выполняет. Польский спортсмен не может пока что обработать первую эрболу. Сейчас интересный розыгрыш. Эрбол включает звуковое сопровождение. В третьем сете. По одному в третьем сете. Причем мы видим, что инициатива
на наш взгляд, все-таки находится у РБО, потому что он нашел свою игру. Польский спортсмен немножко не в своей тарелке. Не проходит первый мяч. Играет от обороны. Очередной укороченный достигает результата. Еще укороченный. Отработал Рыбов, отработал. Ну, поляк правильно делает, надо укорачивать. Ну, может быть, не так часто, но это надо делать. Надо дергать эрбола, потому что на задний эрбол почувствовал свою игру, почувствовал запах крови. Он делает то, что делает. И, в принципе, переигрывает на задней линии уже сейчас польского спортсмена. Первый решил подать поляк. Вторая. Вращает эрбол, держит на силу. И что мы сейчас видим? А какой счет? Потерялся что-то я со счетом, уважаемые друзья. Либо по 30, либо 15-40. Меньше на подачу польского спортсмена. Не в своей тарелке польский спортсмен. Данное очко мы посмотрим потом в замедленном темпе. Мы в комментариях потом дадим, попал мяч или не попал. Потому что, ну, лично мое мнение, я вот снимаю и вижу эту историю, что мяч был на линии, поэтому нет следа. Ну, вмешиваться в матч я не имею права. Это уже не первый спорный мяч. Это уже не первый спорный матч. Начинается дискуссия на тему попал, не попал. В общем-то, эрбол должен показать след. Если он не может показать след, значит, этого следа не было.
Ну, это мое мнение, что его это вообще показывает вообще не то место. Представитель российского спортсмена вызвал судью. Судья идет, и сейчас будут принимать решение. Ну, очевидно, что сейчас в третьем сете здесь обязательно нужно поставить судью. Хотя бы судью-наблюдателя, потому что очень ситуация. В этом и заключается драматизм подобных матчей. Драматизм. Порой игроку хочется видеть то, что он хочет видеть. Ну, в общем, уважаемые друзья, я обещаю вам, что когда будут выложены материалы, то, соответственно, мы увидим, что там было. В замедленной съемке, просматривая конкретный файл, четко будет видно, попал мяч или не попал. Ну и в комментариях к матчу я, в общем-то, скажу вам, на какой минуте или секунде данного материала вы можете в замедленном месте, в замедленном варианте просмотреть и увидеть, попал мяч или не попал. Пока что я не знаю, что было. Мне показалось, что мяч все-таки был на линии. Ну, при медленном просмотре мы увидим это. Хорош польский спортсмен. Видимо, был переход. Счет 2-1 в пользу Эрбола. И 0-15.
остро, подает эрбол, подает фактически по линиям. Очередная история, что поляк ошибается. Да, интересная вещь. Ровно. Ровно. На подаче эрбола. Под заднюю линию с отскока попадает поляк, делает брейк, обратный брейк по два в третьем сете. На недоходе укорачивал поляк. Тяжелая была история. По 15, видимо. Косой короткий. Прямую. Пятнадцать-тридцать. Не совсем верно. У поляка не идет у коротка. С короткого все-таки надо атаковать. Но, видимо, он не может. Эрбол делает то, что должен. Молодец. Эрбол, в принципе, делает свою работу четко. Непонятно, что там. Расстроен польский спортсмен. Да. Две ошибки польского спортсмена. Две ошибки польского спортсмена. Но эрбол делает свое дело. Четко делает свое дело. Оказывает силовое давление, держит мяч, держит мяч, силовое давление, вращение, мяч в площадке, делает то, что необходимо. И ведет пока что в третьем сете со счетом 3-2. Кейс в исполнении эрбола 15-0.
не проходит первый мяч. Да, интересная вообще игра. Эрбол четко вращает, играет в растяжках и заставляет ошибиться. Да, инициатива принадлежит Эрболу, 30-0. Поляк не так активен. Уже подсел физически, не так активен. Но главное, что Эрбол четко смотивирован на результат. Он понимает, что он делает все правильно, нашел свою игру. Выполняя удар с отскока, польский спортсмен подставкой сыграл резанный удар с открытой ракетки Эрболу, чтобы хоть как-то что-то поменять. Ну, в общем-то, ему удалось, он зацепил очко, 30-15. Мощная подача Эрбола цепляет сетку. Подавать удобно, потому что солнце в спину сейчас, и в общем-то достаточно комфортно. Подсаживается под мяч, держит мяч, терпит. 40-15. Не в своей тарелке поляк, подсел, немножко расстроен. Эрбол работает. Не проходит первая. Ошибается. Польский спортсмен по длине сантиметров 5. Эрбол ведет со счетом 4-2 в решающем сете. Да, вот что значит характер и умение делать свое дело. Поляк подает вторым мячом. Дает двойную. Дает двойную. 0-15. Интересно, сможет польский спортсмен или нет. Не проходит первый мяч. Эрбол собран. Втыкается. Поляк уже начинает хватать себя за икры, втыкается в мяч. 0-30. Да, уважаемые друзья, такое ощущение, что в этом матче уже счет пошел на мячи. Инициативу четко удерживает Эрбол. Поляк не очень держит игру. Горку выбрасывает Эрбол. Ну вот он правильно играет на грунте, доходит до мяча и мощно пробивает в обратную сторону. При этом добавляет необходимое вращение. Ошибка польского спортсмена. 15-40, двойной брейкпоинт на подаче. И это уже... Это уже...